Друзья, всем привет! Сегодня на моем канале мы готовим жингялов хац. Это армянское национальное блюдо, родом из Арцаха. Откуда и я родом? Дословно переводится как хлеб с зеленью. Я вам уже много раз показывала, как делается. Ну, еще раз сниму, как говорится. Мы часто готовим постное блюдо, можно в пост. Вот зелень нарезанная. Посмотрите, ароматная, вкусная. А вот пахлава. Привет, ждет свой жингялов хац тоже. Да? Да. Вот так вот. Мама моя делает. Я смотрю и снимаю. Это я. Так что всем привет. Вот. Начинаем. Раскатываем тесто. Тесто, рецепт теста. Вода, мука, соль. Самое простое тесто, да, мама? Да. Бездрожжевое тесто. Простое тесто. Вот, раскатываем тонко, но и не слишком тонко, чтобы не порвался жингял. Вот так вот. Одновременно мама сразу два готовит. Вот так вот. Ух, как получается красиво. Берем понемножку на каждый жингял. Раз, два, хватит. Солим, перчим. Чуть-чуть соли. Так более удобно, потому что масло не скатится, ну, вниз тазика. А так каждую порцию солим и перчим. И масло добавляем подсолнечное. Вот мешаем. Да. Они госы. Да, зелень какая, скажи. Лук. Кирмендюк, чурчурок. Не знаю, как по-русски перевести. Смокница. Ну, не знаю, как. Лук. Ну, зелень. Что еще? Шпинат. Потом еще крапива, кинза, листья бурака можно добавить. Да. Вот. Но у нас листьев бурака сейчас нету, но все равно. Вот. Укроп, петрушка. То можно. Есть армянская зелень. Вот. Добавляем. Очень вкусно, полезно, сочно. Это весной делают хорошо. Да, весной зелень. А, какая вкусная. Да, делаем. Распределяем. Видите как? Мастер-класс. Вот. Я тоже потом, друзья, буду делать, только этот никто не сможет снимать. Вот так вот. Да, сейчас пахлава. А вот тут мы уже переворачиваем. Ай, сачепегу. Ай, сачепегу. На таком саче. Сач, да, чугунный. Чугунный. Ему больше, чем мне лет. Да. А это уже готовые жингелики. Еще пока. Вот так вот. Ну, а что сказать, что еще показывать вам? Вот так вот бездельник показывает вам. Волосы убираю. Да, волосы убираю. Да. Ай, это пахлаву, а пакулечка. Мяу-мяу-мяу. Гатитов, гатиня. Защипываем. Возвращаемся дальше. Ну, сейчас подай. Станет потом сразу, одним разом. Ну, вот да. Так. Защипываем. Да. Смотрите, крупным планом, а пахлава ноги облизывает нам. Мяу. Учитесь, мои зарубежные амигусы. Ну, потом берем вот так. И все, сейчас это сделаю, пока испечется тебе. Что быстро пекутся.
Птички, весна. Зелень в собственном соку. Да, да, весной готовят. Потому что весной зелень-то. Можете побольше раскатывать, как хотите, размер теста берите. Кому как удобно. Ну, нам такой нравится размер. Да, моя бабушка да. Ханом вообще огромные боль делала. Подсадил, да? Да. Как получается? Какая сковородка? Ну, да. Вы можете на простой сковородке, если нет, садчер делать. Вот. Кс-кс. Амиго. Кумывай. Кумывай. Вот. Вот тут надувается, видите, один женьгелик надулся воздухом. Надо его проколоть вилкой, чтобы воздух вышел. Вот так вот, гутар. Не буду говорить на другом языке. Троллить не буду. Знаю много языков. С каждого почти. Да, покушаю, покушаю. Потом еще видео амигуса я сниму. Возьми. Так что давайте, бай-бай. Чао-чао.